Яркие ранцы для мальчиков, нежные портфели для девочек. В них все необходимое для учебного года. Ручки, тетради, линейки, пеналы. Приятный подарок получили десятки мальчишек и девчонок. Все они из семей, которые особенно нуждаются в поддержке. Помочь может каждый. И все благодаря традиционной акции «Помоги собраться в школу». Она маленький праздник для детей и родителей. Конечно, это очень приятно. У нас в семье трое детей. Вот старшему 11 лет, средней дочке 9 лет, младшему 3 года. Самим обычно тяжело покупать? Вот. Да, для семьи это очень накладно, потому что предполагается, что это вроде сумма небольшая, но на каждого ребенка выходит не меньше 15 тысяч собрать к школе. Помогают депутаты. Они не первый год выступают в роли меценатов благотворительной акции. В качестве помощника – символ партии «Единая Россия» – белый мишка. Его рукопожатие приносит удачу. Конкретного плана, сколько детей получит подарок, нет. Помощь поступает от чистого сердца. Я уже 10 лет участвую в этой программе. Вы знаете, я вот всегда говорю, что с каким-то вот радостным чувством я это делаю. Почему? Потому что я вижу глаза вот этих детишек, которые первый раз пойдут в школу. Вспоминаю еще раз, когда я первый раз в школу ходил, какое волнение. Это ведь маленькая толика того, что необходимо школьнику в учебе, в его повседневной учебе. Но он понимает, что он не один. Он не один в этом мире. Искренние эмоции детей – главная цель акции. Она продлится все лето. Стать участником могут семьи, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Заявления принимают на портале единых государственных услуг. Здесь же многодетные родители могут оформить ежегодную выплату в размере 2000 рублей. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.